Фантастическая атмосфера и буря эмоций. На стадионе в Саранске открывается третий тестовый матч перед чемпионатом мира по футболу. Хозяева принимают здесь своего главного соперника – клуб «Сызрань». Для выхода в первую лигу достаточно ничьей, но болельщики ждут от родной команды победы. Ведь до сих пор Мордовии не удавалось забить на огромном домашнем стадионе. Болельщики приходили на игру за несколько часов до начала матча. Всем было интересно посмотреть на итоги грандиозного строительства. Почувствовать дух стадиона, когда трибуны заполнены до отказа. Видный государственный деятель и любитель футбола Николай Меркушкин на стадионе появляется задолго до начала игры. Для него лично эта арена многое значит. 20 лет назад, я думаю, никто из на стадионе, кто сегодня, никто даже во сне не мог, там, во сне присниться, мечтать, что в Саранск может стать городом, где будет проводить чемпионат мира. Даже никто не думал, что Россия может стать страной, где может провести в ближайшие 20-30 лет чемпионат мира. А сейчас наша страна проводит чемпионат мира, и в числе городов Саранск. Да, когда-то я мечтал, чтобы клуб Мордовия вывести на такой уровень, чтобы сюда приехал или Барселона, или Реал. Такие мечты были, и к этому я шел. А потом вот так сложилось, что я прямой участник, говорю, первых совещаний. Очень много опасений вызывал у специалистов газон. Как он выдержит такие нагрузки после холодной весны? Спортивные агрономы тщательно пришивали травяное основание к полю 18-сантиметровыми пластиковыми скрепками. И все заботы оказались не напрасными. Газон выдержал. И, похоже, он стал счастливым для нападающего Мордовии Руслана Мухаметшина. Организаторы испытали арену в условиях полной наполняемости. Через периметры безопасности прошли 41 с лишним тысяча человек. По словам специалистов, все системы и службы успешно справились с таким потоком людей. Юлия Пурнова, Игорь Гангаев. Наши новости.